Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, вы говорите об агрессии, вот, и значит, о том, что кто-то о том, что стали сами пересели. Вот, значит, раньше вы пишете, что поступали агрессивно. В таких случаях, значит, теперь вот мы же совесть, что не сказали характер. Во-первых, не совсем понятно, кто вы. Вы говорите как-то во множественном числе. Вот. Про себя и, наверное, тех, с кем вы сидели. Вот. Я бы сказал, что вы изменились, я бы сказал, что у вас, ну, произошли, скажем так, некоторые изменения, очевидно, раз вы не поступили так, как поступали обычно, да, вот, а поступили как-то по-другому, и, на мой взгляд, это как минимум свидетельство того, что что-то у вас изменилось, что-то вы, ну, что-то поменялось, вот, а, возможно, изменились приоритеты, вот, определенные. А, скорее всего, вы стали видеть что-то важное, наверное, в другом, вот, по крайней мере, опять-таки, так это выглядит. А совесть в данном случае – это некоторое такое определенное, получается, требование от себя у вас быть, ну, прежним, то есть быть таким, каким вы были. И с этим конфликтом нужно разобраться. Потому что, ну, агрессия, конфликты далеко не всегда хорошо. Вам, на мой взгляд, необходимо постараться увидеть, что изменилось у вас, да, то есть вот, что произошло, вот, возможно, сместились у вас приоритеты, вот, ну, скорее всего, сместились приоритеты у вас, и, соответственно, совесть это, в общем-то, про то, что вы должны, по большому счету. То есть это вот, на мой взгляд, такой довольно важный момент, что вы не в ладах, получается, собственной совестью. Вот. На мой взгляд, с этим, на мой взгляд, вам нужно разобраться, вот, потому что иначе подобных противоречий у вас будет еще не одно, вот. А как вам успокоиться, я думаю, что не подскажу, потому что нужно понимать для этого вашу личность, вот, нужно знать, какой вы человек, нужно знать, почему вы вот, требуете от себя, например, проявлять эту самую агрессию, проявлять эту самую конфликтность. Вот. Но внешне выглядит так, что
вы привыкли в определенных ситуациях вести себя таким же определенным образом, и когда вы поступили иначе, когда вы поступили по-другому, вы восприняли это как слабость. Соответственно, слабость вы, скорее всего, себе не позволяете. Вот, довольно, ну, довольно жестко, вероятно, вы к себе относитесь, и, соответственно, помимо того, что это, в принципе, тяжело, вот, помимо этого, это еще и не всегда отражает то, что, ну, на самом деле реально с вами происходит. Вот. Поэтому здесь вот есть ряд таких нюансов, на которые, как мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Вообще, если говорить непосредственно про характер, то я бы сказал, что характер вы проявляете, вот, проявляете вы характер в виде совести, то есть вот то, что ваша совесть мучает вас, это и есть ваш характер, потому что то, что вы не сделали, то, как вы, ну, не поступили, да, то, как вы от себя, например, там, ну, можете требовать действовать, это и есть характер. Это вот некое такое стереотипическое поведение, когда не особо человек, грубо говоря, задумывается над тем, как он хочет там поступать определенным образом, или не хочет он поступать определенным образом, вот. А неважно, хочет или не хочет, главное, вот, что по его мнению, вот так поступать надо. И вот вы, собственно, мне, на мой взгляд, вот так и действуете. Вот. Игнорируя при этом свое состояние. Поэтому я бы сказал, что в этом смысле беспокоиться вам нужно не о характере, а кратко о том, что характер над вами давлеет. Вот это, ну, вот эта позиция силы, да, которую вы транслируете, она над вами доминирует. Вот. Как мне кажется, не оставляя вам шансов на то, чтобы быть свободным, не оставляя вам шансов на то, чтобы действовать иначе. Не совсем понятно в таком случае, что вы имеете в виду, говоря, значит,
правильно ли я поступил и как успокоиться, потому что успокаиваться вам не нужно, вам нужно, на мой взгляд, разобраться в себе, да? Вот, разобраться в себе и, в общем-то, наверное, ну, признать в какой-то степени себя реального, вот, признать, что вы можете быть, наверное, в первую очередь, вы можете быть разным, то есть вы можете быть агрессивным, вы можете быть спокойным, вы можете быть активным, вы можете быть пассивным, вот, вы можете быть совершенно разным. И на мой взгляд очень важно, чтобы вы позволяли себе быть именно вот таким, чтобы вы позволяли себе быть именно что разным. Чтобы вы позволяли себе быть именно тем, кем вы хотите быть в, ну, вот, в текущую секунду, в текущую минуту, вот, например, да, вот. И я понимаю, что это нелегко, я понимаю, что у вас есть, ну, так называемое окружение, да, которая, наверное, привыкла видеть вас в определенном свете, вам перед окружением вероятно неудобно, вот, то есть тут вот есть разные моменты, вот эти моменты, конечно же, на вас влияют вне всякого сомнения, вот, и вы, вероятнее всего, опять же, боитесь, вот, ну, в какой-то степени, да, ну, осуждения вы боитесь, как бы, ну, вот, то есть вам это, ну, неприятно, вот неприятно, то, что вас могут осудить. Но это вопрос вашей честности и честности вашего окружения, а также отражение, условно говоря, ваших изменений, вот, которые с вами происходят. Поэтому я думаю, что для вам нужна поддержка для того, вот, чтобы, ну, пройти или перейти этот период, этот этап, и, собственно говоря, возможно, признать, увидеть себя, ну, себя, значит, себя настоящего. Вот, понимаете, какая штука. То есть это, в общем и целом, не самый такой, ну, как бы, сложный, не самый легкий, точнее, процесс это. Вот. Поэтому вам нужна помощь, на мой взгляд, вот. Вот, в принципе, значит, то, что я мог бы вам сказать, то, что я мог бы вам ответить сейчас, по крайней мере, вот, с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Вам нужно решить для себя таким образом.
хотите ли вы меняться, если да, то как. А вот вам нужно решить для себя, на мой взгляд, этот вопрос. Вопрос связан именно вот с тем, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете. Вот. А решить для себя момент, предъявляете ли вы себе адекватные ли вы предъявляете себе требования, вот, то есть соответствуют ли они тому, что вы, ну, реально на самом деле можете, вот, потому что, ну, мне лично кажется, что это не совсем так, вот, то есть, мне кажется, что требования к себе вы предъявляете не совсем реалистичные, к сожалению, вот, и они над вами доминируют. А признать, что что-то изменилось, и действовать, ну, вот так, как вы действовали всегда, вы больше не можете, или для вас что-то вот стало более важным, вам сложно, потому что это меняет ваш образ. Вот, вы закрепились в определенном образе себя, и по-другому вам сложно себя воспринимать. Я вас понимаю, но также понимаю и то, что если ничего не менять, вот, то не только в этом случае, но и в других случаях тоже будут проблемы. Для полноты картины я бы предложил спросить, ну, вам, себя, чем для вас это так важно, что вы вот, ну, что вы переживаете, вот, ну, почему для вас это так важно, вот, потому что, ну, ну, это ситуация, она не самая, скажем так, трагичная, да, да, то есть такое ощущение, что вам вот как будто бы постоянно нужно демонстрировать свою силу. Вот. Если это так, то это очень тяжело. Вот. Это тотальная невнимательность получается к себе. Вот, это получается такой тотальный контроль. Вот, и, в общем-то, вы, ну, по большому счету, вот, не свободны. Вот. А можно жить, в принципе, по-другому, вот. Можно жить иначе, можно жить, скажем так, свободнее, вот. Но для этого нужно ваше желание, то есть нужно, чтобы вы хотели поменяться, чтобы вы хотели изменить свою жизнь, по сути дела, по большому счету. Вот. А я не очень знаю, не очень понимаю, готовы ли вы это делать. Ну, реально, как бы, да? Вот. Потому что, мало ли, может быть, у вас сопротивление здесь возникает, и вы, как бы, вот, ну, говорите, например, сейчас, что мне это не подходит, вот, я так не хочу, хочу просто, вот, ну, чтобы все было там, условно говоря, как раньше, к примеру. Вот, и вас в этом смысле можно понять, конечно, вот, но так или иначе,
реальность, она расставит все по своим местам, вот. И так или иначе вы будете сталкиваться с новым опытом в любом случае. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было как минимум интересно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.